Мы приветствуем Татьяну и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она доверит. Очень рада встрече. Приветствуем ее. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Татьяны, под ногами. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Татьяны, находит все. А у нее нет интерферентов, но у нее очень много тревоги внутри. Тревога. Понятно. Так, хорошо. Если нет интерферентов, тогда я включаю Татьяне внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 Татьяна начинает выдавливать из всех своих тонких тел. Говорится автоматически, когда 100% негатива будет выведено из биополя Татьяны. Готово. Большой шар? Меч. Хорошо. Вы видите это, Татьяна? Она видит, да. Хорошо, вы точно так же можете это сбрасывать, выдавливать из себя, формировать этот шар, представлять его себе. И после того, как он вышел, вы его увидели, открывается под шаром портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И производим сброс этого шара. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Татьяне и какая частота вибрации максимально комфортная. 350. 26. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняют, усиливают. Частота и вибрации поднимаются до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Татьяна, как вы себя чувствуете? Гармоничный. Отлично. Хорошо. И сейчас мы включаем медицинскую программу на сканирование сосудов у Татьяны. Сканер сканирует и показывает все проблемные зоны. В районе печени. Сосудистое заболевание становится видно, где увеличены сосуды, микроинсульт мозга. Все эти вещи становятся ярко-красным цветом видны. 1, 2, 3. Сканер сканирует Татьяну и находит все проблемные точки. Он показывает. Что там видно? Но не красным обозначено. Их много, как они по телу распределены? Посмотри. Голова и печень, да? Голова, позвоночник, печень, еще другие точки есть. Точечные. Здесь как собраны они. Много точек, такой как район поражения. А в других местах есть просто небольшие точки. Хорошо, Верочка, давай сейчас. В твоих руках появляется твой красный чемоданчик. 1, 2, 3. Доставай необходимый прибор для удаления этих красных точек. И приступая к удалению. Высасывай их все полностью из биополя. Ты знаешь, мы можем их, конечно, собрать, и мы их соберем. Да. Информация идет, что ей надо причину найти. Удалять. А причина в том, что она много на себя берет. И вот эти сосуды, они не выдерживают. То есть это все бьет по сосудам ей.
Она много на себя берет и изо всех тревожится и волнуется. И это бьет по ее здоровью, правильно? Именно по сосудам. Именно по сосудам. Хорошо. Так, Вера, давай все-таки удалим все эти красные точки, которые находятся в ее биополе, в головном мозге, в печени. Ей нужна обязательная гармония. Татьяна, вам необходима гармония. Это состояние тишины и покоя. Умиления и покоя. И она обязательно должна визуализировать в себя вот эти энергии, которые в покое. Чакры, пускай посмотрят, как они выглядят, пропускают энергии гармонично через них, чтобы она у нее не собиралась в отдельных местах. Конечно, энергию надо следить, представлять, как она течет по всем органам. Вам надо работать, Татьяна, управлять этой энергией, когда вы заправляетесь, направляете ее в те места. Ну, вот смотри, мы сейчас убрали все эти красные пятна, скопления у нее. Тело у нее чистое. Я выбросить надо куда-то. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И производит сброс этого инструмента в галактическое ядро. Уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. И еще ей дается энергия. Она как луч. И она как спираль. Как она называется? Между позвонков заходит. То есть она расщепляет позвоночник, как растягивает его, и вот эта спираль ложится между позвоночниками, позвонками, то есть. Благодарю. И вот это она должна обязательно представлять у себя, иначе не поможет ей. Как эта энергия выглядит и как она называется? Выглядит она как спираль, которая проходит между каждым позвонком. Это форма, а цвет какой? Светлый, как луч. А название есть у этой энергии? Лучевая для поддержки костей. И мне идет, как канал идет, открывается с того места, откуда идет эта энергия. И это клиника Архангела Рафаила. Благодарим Архангела Рафаила. Только хотел подняться к нему, но он уже сам услышал нас. Намерение было. Безусловно, у нее было намерение. Хорошо, Архангел Рафаил, мы, значит, тогда не надо нам сейчас подниматься, вы все объяснили, как ей этой энергией пользоваться и представлять. Он говорит, что можете поднять ее. Хорошо, Верочка, и бери сейчас Татьяну в свои крылья и на счет 3 поднимаемся в клинику Архангела Рафаила. 1, 2, 3, пошел подъем. Мы здесь, и он ей говорит, что она должна отбросить все тревоги и дать всем жить своей жизнью, заняться своей гармонизацией, успокоить свои органы, пока они у нее не взорвались, эти сосуды, научиться гармонизироваться внутри себя. И эта энергия будет исходить из нее, и вот таким путем она сможет помочь тому, кому она хочет помочь, а не тревожась, проживая и заботясь о чьей-то жизни. То есть она должна найти гармонию в самой себе, и это сделает ее сильной. Эта сила будет чувствоваться со стороны ее близких, о ком она тревожится. Искренняя благодарность, Архангел Рафаил. Благодарю вас сердечно за эту помощь, которую вы и совет, который вы дали Татьяне. Татьяна, вы все услышали? Все поняли? Она говорит, я услышала, но как же мне перестроить? И идет вот информация, идет, что ей обязательно нужно научиться визуализировать. Вот этот поток энергии, который спиралью окутывает ее позвонки. Вот эти между косточками пропускать спираль. Она как растягивает их и дает проходить энергии. Я это сейчас увидел, когда ты описывала все.
под каждый позвонок раздвигается, становится шире и проходит энергия. Я сейчас это увидел. Татьяна, здесь вот единственное спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Перестаньте волноваться. Наконец уже начните жить. Дайте людям тоже жить, пусть они живут своей жизнью, а вы перестроитесь на спокойную энергию и гармонию. Это и самое еще лучшее. Он ей дает энергию. Да. Гармония, она как нитка бирюзового цвета, и он ее запускает в головной мозг, и вот по сосудам она пошла, как по венам пошла, маленьким, большим, везде, вот как сеткой она заполнила Татьяну. Замечательно. Бирюзовым цветом. Благодарим и он вас, говорит, что она должна оставаться вот таким же светло-бирюзовым цветом. Когда она тревожится, когда она беспокоится, она у нее начинает пульсировать, и вот этот цвет превращается в темный. Она должна контролировать и всегда как тушить в себе вот эту тревогу, огонь, представляя бирюзовую энергию гармонии внутри себя, светло-бирюзовый такой. Я вижу сейчас эту энергию, этот цвет у нас находится на нашем канале, на этой фотографии, когда мы Арго выставили. И там есть этот цвет, это снежно-голубой, белый, светло-белый, голубой такой цвет. Это очень приятный цвет. Благодарим вас, Архангел Рафаил. Я понимаю, мы все сейчас сделали, что могли сделать для Татьяны, да? Он говорит, что главное убрать причину. И он показывает, что когда она только начинает тревожиться, пускай представляет, что вот этот бирюзовый цвет, он начинает темнеть в ней. И, соответственно, сосуды начинают расширяться. Это ее должно останавливать. Очень хороший инструмент контроля. Благодарю вас и за этот урок, уважаемый Архангел Рафаил. Примите на этом месте нашу искреннюю энергию признательности и благодарности за ваш труд, за вашу работу и от нас лично. Он говорит, что будет работать над собой, будет результат. Татьяна, вы все услышали. Вам сам Архангел сказал. Поэтому здесь вариантов просто нет. Работайте, и у вас получится. Она говорит, я благодарю, я даже не мечтала об этой встрече. Вся благодарность Архангелу Рафаилу. Она говорит, что я счастлива находиться здесь. Замечательно. Благодарю вас, Архангел Рафаил. Мы закончили или вы хотели что-то добавить? Не хотим вас задерживать. И он говорит, что я дал то, что ей нужно на сегодняшний день. Отлично. Значит, следующий шаг от нее должен последовать. Татьяна, вы получили полную инструкцию. Мы здесь закончили. Еще раз посылаем этому месту нашу искреннюю энергию благодарности от Веры, от Татьяны и от меня лично. И будем возвращать тогда Татьяну в ее биоробот. Благодарим вас, Архангел Рафаил. Он говорит, идите с миром. Благодарим вас. Да будет так. И, Верочка, бери Татьяну в свои крылья. И на счет три возвращаемся назад в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Здесь как канал открывается, дорога осветленная такая. Мы спускаемся по ней. Это высоко от нашей комнаты? Но здесь нет конкретной сказать дороги, да, где мы там сворачиваем, или что просто закрытый канал. Хорошо, отлично. Мы на месте. Отлично, хорошо. Татьяна, мы закончили. Дальше вы должны работать самостоятельно. Вам Архангел все сказал, что нужно сделать. Вы можете также напрямую к нему обращаться. Но вы должны начать с визуализации, научиться, наконец, визуализировать закрытыми глазами и пропускать эти энергии, чувствовать цвета. Это называется раскачка. Мы когда-нибудь в своей школе будем этому обучать. Но вам придется на настоящий момент самому себя контролировать, контролировать свои мысли. И помните о каждом слове, которое сказал вам Архангел Рафаил. Помните, как эта энергия пользуется, как она темнеет, что вам надо остановиться, переключиться и так далее, и так далее. Все ваши проблемы только от переживаний. Вы все поняли?
Да, буду учиться контролировать себя. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Все переходит на физический план, все энергии. Вот у нее происходит сейчас синхронизация, и вот эти все сосуды, кровеносные сосуды, то есть их очень много в теле, они сейчас гармонизируются и вот этим бирюзовым цветом становятся. И она должна представлять, что они в покое всегда. До этого они у нее пульсирующие были. Она должна их успокаивать и... Чистоту успокоить. То есть они не слишком близко. Так-так-так-так-так. А так, так, так. Вот так надо успокаивать себя. То есть... Ритм менять. Но для нее это она должна просто по цвету определяться. То есть Хорошо. Это светло-бирюзовый цвет, это они в покое, все сосуды. Отлично. У нее есть теперь от чего отталкиваться у Татьяны. Она может представлять себе этот цвет. И как он начинает темнеть, и надо тогда предпринять какие-то меры, чтобы остановить дальнейшую эскалацию. Вам все понятно, Татьяна? Буду пробовать, она говорит. Отлично. Те, кто пробует, тому и дается. Хорошо, Верочка, отключайся от Татьяны. Желаем всего наилучшего. И перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Еще не нужно забывать про позвоночник. Представлять, как каждый... Спираль расширяет позвонок, каждый позвонок. Да, раскрытый идет энергия. И пропускает эту энергию. Конечно, все обязательно. Я на месте.